Слышал краю Хаере от больших людей, что в Афганистане в моде дивые смотней. То есть как уже не модно, удивился я. Это что ли марка фирма женского белья? Чья-то новая прическа, может гарнитур. Или стал уже не в моде разговор про бур? Машахели из засады, чей-то караван. Автомат, гранаты, мины, полчище душман. И в своих вечерних залах так любили вы говорит эти темы, спутники войны. А теперь уже не модно, надоела кровь, устарела эта тема. Ну так это ж не любовь. Вот теперь бы вас всех вместе, да в Афганистан. Посадить бы на песочек рядом Пакистан. Нет водички, очень жарко, жмет бронежилет. Проползла бы рядом кобра, ах, какой сюжет. Магазин, два патрона, ляги нет воды. Тут, наверное, без диеты похудели бы вы. Да, забыли про бандитов, но полчища душман. Что ж, сегодня вы в засаде, рядом караван. Ой, лицом вы посерели, вам не до душман. Ой, куда же побежали, там же Пакистан. А еще бы у вас мальчишки, что лишился ног, для которого хирург наш стал отец и бог. А еще бы ковзолоны, сотни матерей, для которых эта тема стала всех родней. Да, Афганистан не в моде для таких, как вы. Только знайте ваши души и сердца вы.